чтобы ваше молчание не было воспринято как согласие с противоправными действиями российских властей. Жизнь Олега Сенцова, а также еще нескольких человек, которые вместе в знак солидарности с ним объявили голодовку. 23 мая голодает украинский солдат Александр Шумков в Брянском СИЗО. 28 мая российский политзек Станислав Зимовец голодает в колонии в Волгограде. 31 мая Александр Кольченко, подельник Сенцова, голодает в колонии ИК-6 в Копейске. 19 мая частичный голодовку проводит в СИЗО крымский политзек Владимир Балук. Жизнь Олегов под угрозой, и медлить нельзя. Мы призываем европейские правительства и международные организации к энергичному вмешательству в судьбу украинских политзаключенных в России. Спасибо. Спасибо. А сейчас остается торжественное подписание этой петиции, после чего мы пригласим всех желающих присоединиться к нам. Павел Литвинов. Виктор Файндер. Сергей Шаров-Голоны. Евгения Чехалова. Алекс Келлер. Ольга Романова, Александр Морозов, Яромир Штетина, Штепан Черноушек. Стоп. Игорь Золотарев. Был в книге. Отсутствует. Андрей Барабанов. Бывший политзаключенный. Пані Немцова, я нам цті. Вікор, попроси Антона подойти на секунду, помочь флаг держать.